Всем доброго времени суток, с вами снова Горыныч и 9-я часть видеопрохождения игры I'm Alive. Так, ну вот мы связались с Генри, он нам объяснил, куда нам нужно идти. То есть, грубо говоря, мы сейчас будем пробираться к нему по туннелям метрополитена местного. Офигеть, в таком городишке еще метрополитен есть. Ну, неважно. Так, ну наш герой крут настолько, что еще с маленькой девочкой может вот с помощью кошки прыгать. Для него это не составляет никаких проблем. Так. Так, мы уже видим, где можно спуститься вниз. Нам нужно спуститься в подвал. Естественно. Чем мы сейчас благополучно займемся. Так, ну вот здесь по этой трубе как раз будем добираться вниз. Раз. Так, у нас два патрона, да? Не знаю, хватит, не хватит. Увидим. Так, хорошо, давайте бежим к чекпоинту. Интересно, что там так долго подгружается, если графика достаточно убога. Не знаю. Это вход в подземку. Ну, сразу советую приготовиться, просто так мы туда не попадем. Киев. Вот головорез. Ну, целых 4 штуки. Прикольно. Это один с пистолетом. Это... Вот у меня вот тогда точно так же глючило, видите. Не хотят сдаваться, паршивцы. Двигаться тоже не хотят. Да что ж ты, гаденыш. На это я рефлекторно нажал. Надо было действительно мачете его зарубить. Не тратить на него патрон. Давайте подлечимся, что ли. И пойдем дальше. Так, не забудьте заглянуть сюда. Здесь лечилки. Следующий эскалатор. Спускаемся, естественно, вниз. Так, ну сейчас еще парочку бедолаг спасем. Ну, здесь все достаточно просто. Нам только достаточно на мушку этого лысого мужика взять, и он сразу сдается. Ну, естественно, подходим, даем ему по мозгам. Бам. Вот так.
Так, и забираем банку с еды, по-моему. Ну да. Очередные неподъемные ворота. Подняли. Ну, теперь уже по лестнице идем вниз. Так, сидят два мужичка. В принципе, они такие нормальные, поздоровались. Сейчас еще мясом угостят. Нормально. Так, что у нас здесь еще? Нормально. Вот, а сейчас будет очень веселая сцена такая. Это вот каннибалы. Вот эти два мужика. Это каннибалы. Да щит, я балдею. Так, ладно, одного застрелим, второго зарубим. И вот в этой клетке, где мы сейчас освободим людей, там как раз находятся сигареты. Помните, мужика там сидел, сынул, что последний раз сигарету хотел выкурить. Как раз здесь они находятся. Так, отлично. Мы их освободили, получили какое-то там достижение непонятное. А, понятно. 5 жертв спасли. Ну, шикарно. Я не буду переводить, о чем они там болтают, ну нафиг. Так, и прежде чем дальше полезть, вот, поднимитесь вот по этой лесенке. И вот, пригнувшись, забираем бутылку с водой, но не уходим сразу, поворачиваем вот направо, и вот идем дальше, там мы найдем патроны. Вот, и патрон. Как фишка ляжет, короче. Возвращаемся обратно, идем в сторону, противоположную от клетки с жертвами. Нам туда. Ну, не думайте, что стрельба здесь на этом закончится. Это не так. Вот, мы здесь проходим, пригнувшись. Да, вот где сейчас начнется тот самый Assassin's Creed. Ой-ой-ой, да. Понятно, что здесь все. Придется по всяким колдобинам лазить по лесенкам. По непонятно чему еще. Коварное управление, конечно, вот оно здесь ничуть не помогает, сразу могу сказать. Так, чуть повыше подняться, да, вот так. Давайте передохнем здесь. Пум-пум-пум.
Дай бог памяти. Да, вот сюда, наверное, все-таки. Не, не так. Через Францию на станцию все. Надеюсь, силенок у нас хватит, чтобы добраться. Да, скорее всего, хватит. Ну, кстати, не забывайте, что вот эти камешки, они вот длинные, то они еще и падают. Это неожиданно, да? Отлично. Так, теперь еще что у нас здесь? Так, тут. Ага, понятно. Что-то там внизу белеется в тройном варианте, так что давайте посмотрим, сможем ли мы туда спуститься без вреда для здоровья. Хоть на карачках, вот, вот так вот, спускайся уже, животное. Вот нам показали, куда нам нужно в итоге попасть. Ну, сначала здесь все обследуем. Вот видите, там внизу какие-то вещи валяются, поэтому мы идем за ними. Ну как идем? Ползем. Тиквилибрист. Пролегай уже, животное. А, так не можешь. Вот так. Вниз, 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 вниз. Раз. Так, что у нас здесь? Так, патрон для пистолета. Отлично. А, вот туда с помощью кошки забираемся. Понятно. Зашибись. Рок. Что у нас? Бутылка воды и еще какая-то чушь. Ну, там опять показывают, каким образом мы должны пробираться в апартаменты Генри. Надеюсь, доберемся без потерь. Так, ну теперь обратным путем, естественно, как по-другому. Успел, отлично. Вперед. Вот. Угу. Ну да, вот, наверное, как-то так. Опять по стенкам карабкаться. Что ж такое-то? Мне туда нам уже не надо. Ну, здесь будьте осторожны, здесь я чуть не грохнулся, потому что достаточно долго ползти надо. Вот нам еще подсказывают с управлением, здесь еще длинные прыжки такие есть, когда вот мейн еще начинает без огонь и орать. Ну, еще чуть-чуть, давай подтягивайся, давай. Вот, блин, умница дочка. Так, вот мы оказались... не до конца упавшем в составе метрополитена. Здесь достаточно просто спуститься, если бы не управление. Хоть тарать мой. Все нормально. Блин. Ну вот, мы опять в туннеле. Вот только с другой стороны этого провала. Так, что у нас тут есть? Просят ставить аккумулятор. Аккумулятора у нас пока нет. Сейчас его найдем. Здесь какой-то пролаз интересный. Давайте здесь посмотрим.
Да, вот там что-то есть. Что это у нас такое? Пум-пум-пум. Ну ладно, бывает. Не зря калечились. Какая-то дверь. Интересно, может там аккумулятор найдется. А, патрон придется тратить. А, ну, заранее скажу, можно в принципе патрон-то не тратить. Вот здесь аккумулятор и что-то хрень. Ну плюс еще две хрени и патрон. Ну, тогда нет, можно было потратить, не вопрос. Просто вот той двери, которая открывается с помощью механизма, которому нужен аккумулятор, там большая аптечка. Так, только я почему-то ее не взял. Ну, забыл, видимо. Грёбные засады. Так, стреляйте сразу в этого мужика, который по центру с пистолетом. Но здесь они мне опять почему-то не стали сдаваться. Почему, не знаю. Видимо, из-за глюка консоль. Хватит меня пальцами тыкать. Так. Ну, этот сдался, наконец-то. За что получает просто тупо по кумполу. Какой-то провал в полу. Видимо, нам туда придется лезть. Опять засада. Ты что делаете-то? А где с пистолетом? Зайдем. Со второй там вдалеке стоит. Патрон бы забрать у того гаденыша. Придется обойти их как. Не, все равно. Не хотят они сдаваться. Убей их. Патроны жалко тупо. Так, прежде чем продолжать путь, ну, если бы они сдались, я бы по кумпу ударил, и вот сейчас назад отодвигаюсь, потому что там еще одна баночка стоит, полезная. Так, ну давайте пробежимся. Не забывайте, они очень быстро бегают, эти гоняки. Ну, смотри, ты же здесь есть. Ну, ладно, придется так, по-плохому. Есть. Ну, тебе тоже. Я столько патронов на этот говнище истратил из-за того, что консоль глючила. Ну, хорошо. Продолжаем путешествие к центру Земли. В принципе, недалеко вроде бы как бы, да? Очередной переходной коллектор.
внизу бутылка с водой. Вот если бы по парапету чуть дальше пробежать, но я не стал помогать, там еще одна там болезная сидит. Но если хотите там насобирать всех больных, то ради бога. Ваше дело. Банк содовый. Зашибись. May, tell me about Henry. Henry's a nice man. He was friends with my mommy. Ну, не буду переводить, просто персонаж спрашивает о Генри, узнает, что мама девочки, она работала в госпитале, она помогла Генри. Ну, мы узнаем дальше, как и почему она ему помогла. Сейчас это не важно. Ну, то есть девочка полностью уверена, что он хороший человек. Ну, в принципе, наверное, так оно и есть. Вот, только осталось подняться по лесенкам. Мы с вами сейчас упадем в подземный паркинг. Сразу могу сказать, вот там дальше чекпоинт, бегите сразу к нему, потому что среди машин вы ничего не найдете. Я лично не нашел, хотя все облазил. Так, ну я с вами прощаюсь до следующего видео. С вами был Горыныч. Спасибо за внимание. Всем удачи, пока. Henry lives in this building. No one here. I don't like it. But May seems to know the place. You there? Did you make it? May, can you hold this for a second? Yeah, we're here, as promised. You're an honorable man. So am I. Your stuff is on the table behind you. Is May gonna be okay here? Where's her mother? I don't know. I wish I did. Anyway, thanks for your help. You're free to go. All right, May. Looks like I have to go. Can you give me my toy back? Look, you sure she's gonna be okay? She just lost her mother. Well, actually, there is something else you can do. We need you to get something for us. Get something? A radio transmitter. A radio transmitter? Why can't you get it yourself? Isn't that pretty? Henry! Because I can't.